Это же нельзя трогать, малыш. Арбуз помыли. Нельзя. Зайчик. Я его накрыла уже полотенцем. Потому что деть его некуда. Нужно его порезать. Но кот даже так понимает, что там лежит что-то, что ему нужно. Месси. За нельзя. Мысюша. Болит, приехал. Давай бороду. Давай, давай, лечиться. Даже не мурчит. Чует неладное. Ты, Машка, же все знаем, что нужно делать. Мы каждый день чует неладное, кот. Мы каждый день делаем. Промываем бороду. Давай бороду. Да не надо это унюхать, давай бороду. Что, бородку надо немножко размочить? Чего сладкий терпит, все он знает. Зубки мы у него периодически проверяем. Ага. Держим все под контролем. Давай показывай. Да давай, что ли? Будем отмывать. Вот тебе клёво, ты спишь. Ты как сказать? Не так, чтобы спишь. Как бы тут это... Лежи. Лежи, не шевелись. Как бы это закрепить, чтобы вот так вот неудобно не сидеть? Резиновый бинтик. О, точно. Мася, ну ты дашь? Моську замотать. Может, ты пока спишь? Можно быть? Не роняй. Урони уже. Задумал. Можно эластичный бинтик на тебя надеть? Вот так вот. Можно, что ли? Мы сегодня... Нет? Ну и бинтик эластичный. Ладно, 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 ладно. Все, не буду. Бинтик не буду. Давай бороду. То заодно бы команду выучили. Бинтик? Бинтик. Команда бинтик была бы. Тут у Маши Бизика она хочет научить тебя команде стыдно. Чтобы ты еще больше притворялся, когда тебе не стыдно, что тебе стыдно. Так терпи, зайчик мой сладкий. Давай укладывай голову. Ну, мне не видно ничего. Поверни как-нибудь. Хвостом только показывает, что ему не очень-то нравится все это действие. Да нормуль, скажи. Может, папуле скоро привыкли. Ну, по крайней мере, не припухлости, ничего такого там нет. Нет, а я вот почему с утра делаю? Он же потом спать ложится. И я на протяжении 2-3 часов уверен, что у него на бороде намазан левомиколь. Текс. Разрешить. Такие лапы постепенно стекают, стекают. Лев Никольку туда. Да я что еще? Глаз уберу. То есть бегемот. Чё мой сладкий. Всё. Всё? Можете спать? Шатром тебя вот так вот прикроем. Ты еще даже не резал, а там же он смотрит на тебя. Ты спи давай. Тебе только бороду намазали, спи. Да. Ты уже к нему прикасался. Ты уже попробовал. Пробуй снял, наша очередь, Маша.
Ох уж этот арбузный хруст. Да, покусанный котом арбуз. Не вынесла душа поэта. Как это, позор, скажи? Позор, Борис, обид... нельзя! Ну что ж, нельзя, мамочка. Это мое уже. Это уже мое. Вот правильно ты воспринял. Как вкусно пахнет, боже мой, арбузик.